Всем привет! Меня зовут Веро. Это четвертое видео по знакомству со стилем Frame Upstreak. В первом мы разбирались, что же это вообще за такой стиль, и выучили два базовых элемента. Во втором видео мы изучили на них несколько вариаций, а в третьем уже попробовали потанцевать небольшую рутинку из всего, что мы выучили в предыдущих видео. Сегодня мы разберем часть моей авторской хореографии. Полный ее разбор будет на моем онлайн-курсе. На этом курсе мы подробно изучаем базу стиля Frame Up, чтобы у нас было меньше проблем в создании своих собственных связок и в изучении хореографии других людей. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылке в описании. А сейчас предлагаю перейти к разбору. Мы начинаем сидя, таз сидит на пятках, ножки вместе, руки лежат на коленочках. Там будут такие цоканья, мы на цоканье просто перебираем пальчиками по себе, по коленочкам. Сделали. На звук, у нас там будет такой жесткий биточек, мы открываем колени в стороны, разъезжаемся. Воу. Угу. Здесь сразу же левая рука у меня идет на талию, пум. Правая рука на подбородок. Она у меня касается большим пальцем лица. И я кисточкой забираю макушку в сторону и возвращаю обратно. Закрыла, вернула. Угу. Разберем еще раз. Сидели, посчитали, открываем. Бум. И левая, правая, забрали, вернули. Угу. Здесь я ставлю левую ручку назад, правая рука рисует круг вокруг головы, то есть вокруг головы и на шею. Угу. Еще разок. Открыли. Чик. И рука. Рука. Оп. Вернули. Поставили левую ручку, правая рука вокруг макушки. В этот же момент, когда я ставлю и вывожу ручку, я начинаю приподнимать таз, вывожу правую ножку перед собой. Угу. И здесь, вы уже знаете это движение, я подставляю правую и разворачиваюсь, делаю разворот за правой ногой, встаю на четвереньки. Соберем, открываем. Оп, и рука, рука, поворот, вернули. Поставили, ручка идет наверх, приподнимаем таз, вывожу правую ножку. Ставлю, развернулась. Как это будет выглядеть в темпе? Сидели, постучали, у нас идет вум, ца, ца, у, вернули. По словам, у нас идет бит. И начинаются слова. Легкий приступ тошноты. Вернули. Поставили на бум. Хей. Выходим наверх. И поворачиваемся. Встали. Это будет слитно. То есть вы закончили. Раз и два. И нам нужно как можно быстрее развернуться. Давайте еще разочек попробуем. Уже вернули. И ха. Ха и поворот. Угу. Остались здесь. Затем мы разъезжаемся коленочками, уходим в chaining tatum. Разъехались, вернули себя. Это будет небольшое движение, прям раз и сразу же себя вернуть. Кладу таз к пяткам, ставлю правую, левую. При этом я макушкой, головой слежу за своими ручками. О, посмотрела, посмотрела. И здесь у нас идет волна. Из положения сидя, мы ее с вами уже делали, таз поднимается наверх и опускается вниз. Это тоже будет небольшое движение, прям раз, фу, вернулись. Соединим. Остались здесь после поворота. Уходим. Воу, ца, и сразу сели. Правая, левая, наверх, вниз. Угу, хорошо. Чуть побыстрее. И вниз, наверх, и право, лево, вум, ца. Хорошо. Попробуем с самого начала. Постучали. Вум, ца, вум, ца. Открыли. Воу. Легкий приступ тошноты.
Бум, дешевый кофе, поворот. Пришли, плюс два похотливых взгляда, что кидают, и волна. Угу. Еще разочек, без слов, сейчас просто соберем в темп. Открыли, ха, и рука, рука, и вернули. Бит, перешли, повернулись. Воу, вернули, рука, рука, наверх, вниз. Давайте сейчас посмотрим, как движение синхронизируется с музыкой. Предлагаю вам первый раз посмотреть, а потом станцевать вместе со мной. Легкий приступ тошноты, дешевый кофе с каплей яда, плюс два похотливых взгляда, что кидает на менты из угла. Легкий приступ тошноты, дешевый кофе с каплей яда, плюс два похотливых взгляда, что кидает на менты из угла. Учим дальше. Мы сделали волну наверх, опустились вниз и, не отрывая руки от пола, скользим вперед и сразу же ныряем в кошечку. Округляемся, ставлю макушку, проезжаю, опускаю таз. У меня таз поднимается обратно наверх, и вместе с этим движением я уже начинаю двигать ножками. То есть мы опустили, начинаю поднимать, у меня сгибается правая, левая. То есть они поочередно сгибаются к тазу. Бум-бум. Ударили, ударили. Попробуем еще раз. Были здесь. Наверх. Вниз. По полу. И оп, зашли. Проскользнули. И ха, бит, бит. Опустили и поднимаемся очень резко наверх через таз. Толкаем себя и сбросили. Собираем сначала. Были ручки, пальчики. Открываем на бит. Вум. Левая, правая. Забрали, вернули. Левая на бит. Вокруг головы уже поворачиваемся. Воу. И вниз, наверх, правая, левая. Волна. Опустились. Скользим, и здесь будет прям очень быстро. Заходим в кошечку, сразу же опускаем, и бит, бит, и вернули. Давайте попробуем в темпе еще раз этот момент. Наверх, вниз, и воу, сразу, сразу, ца, ца, и хей. Угу. По факту у нас получается, что я только-только заканчиваю одно движение, и у нас уже сразу начинается другое. Вот здесь, да, я опускаю одну ножку и уже поднимаюсь наверх, сбрасываю. Давайте попробуем собрать эту часть под музыку. Легкий приступ тошноты, дешевый кофе с каплей яда, плюс два похотливых взгляда, что кидает на менты из угла. Глаза пощипываем угла. Полусладкий привкус серы на прожженном языке, что цвет отличный. Едем дальше. Мы остановились здесь. У нас появляется такое небольшое новое движение. Я делаю захлест левой ножкой к себе, такой небольшой скорпиончик. Ножка идет согнутая, как будто хочу пятку привести к макушке. Начинаю поворачиваться на правой ноге, то есть тут вся суть движения именно в опорной. Мы захлестнули, поворачиваемся на опорной, вторая ножка автоматом разворачивается, подставляем ее, вырастаем наверх, правая ручка скользит максимально по полу, только в самом конце выходит наверх. Давайте еще разок. Стояли, вытягиваю, иду в захлестик, оп. Поворачиваюсь на опорной, развернулись, идем наверх, вырастаю за рукой и сразу же подставляю ее обратно. Вум, ставлю за рукой, опускаюсь вниз, у меня таз идет мягко в пол. Вам главное здесь, да, не падать, а очень мягко принимаем себя через бедро. Посадили, угу. Подставляю вторую ручку и разворачиваюсь. Ножки меняю по полу. Давайте сначала покажу на вас лицом, что происходит по ногам. Ножки были в таком состоянии. Мы ведем левая,
правая, то есть сели ровно на два бедра. Еще раз. Левая, правая, и в самом конце просто меняем. Оп. Оп. Как видите, у меня стопы все время рисуют по полу. Либо платформа, либо вот в этом положении каблучком касаюсь пола. Развернулись. Теперь в самой хореографии. Мы развернулись, выросли наверх, подставили руку, сели на пол. Я разворачиваюсь спиной к зрителю, правая нога выходит и возвращает меня лицом обратно. Я подставляю правую руку в конце движения и ухожу вниз и возвращаюсь наверх. Это будет как небольшой акцентик, очень быстро умца. Угу. Попробуем собрать. Были здесь. Идем за ногой, за хлёст. Ха. Поворачиваемся на опорной, ставлю наверх, подставляю, сажусь, разворот, ножки по полу, довернулись, подставила и вниз, наверх. Продолжаем учить дальше. Я подсоединяю к себе правую ножку, у меня две стопы находятся рядышком. Правую ручку перекидываю и просто перекатываюсь с одной стороны на другую, с одного бедра на другое. Переворачиваюсь, опять подставляю левую руку. Здесь нам нужно очень быстро встать. То есть мы ушли, выросли в одно движение, развернулись и сразу же встали. Здесь я поднимаю правую руку, скидываю ее и показываю любой знак, который захотите. Я показываю такой. Еще раз. Наверх. И бум. Ага. Здесь остановились. Разворачиваемся спиной. Я чуть-чуть веду ножки к зрителю. Вырастаю спиной. Ручки делают перед собой крестиком. Да, то есть вы остаетесь спиной к зрителю. Мы здесь их соединяем. Соединяем, открываем и собираем в локоточках. Еще раз пришли, у вас идет бум, ваш зритель должен видеть вот этот ваш замах движения. То есть ха, ха, собрали. Угу. Попробуем еще раз моменты, как мы развернулись. Пришли, опускаемся вниз. Бум, ца, переставляю, перехожу с одного бедра на другое, выросла. Прям сразу же мы никуда не двигаем ножки, просто поднимаем таз. Таз заходит над ногами. Бум, скидываю, хей, ца. И встали сразу же с движением. Воп, ца, ца. Соберем медленно всю вторую часть. Попробуем. Мы остановились здесь. Захлёст. Раз, поворот. Наверх. Поставили, сели. Очень быстренько у нас здесь будет разворотик. И вниз, наверх. По желанию вы можете здесь добавить небольшой захлёст рукой. То есть ручка как будто вас уводит в пол. Вниз, наверх. Перекидываю, развернулись, встали. Воу, ца. И крест, открыли локти. Думаю, что у вас все получилось. Мы добавим еще одно маленькое движение, чтобы как раз на бит, на начало припева, зафиналить нашу первую часть. Мы остались с вами спиной к зрителю, сделали крест, открыли, собрали в локоточках, и на сильный бит, на слово, мы разъезжаемся в коленях, спинку прогибаем, макушку запрокидываем наверх. Получилось. К себе раскрыли, собрали и на бит. Провалились вниз. Теперь давайте посмотрим, как с этим движением будет выглядеть хореография в музыку. Полусладкий привкус серы на прожженном языке, что свет от леющей Венеры путешествует по горлу налегке. Нам сатана кричит на ген, но мы пошлем его хуям. В аду лишь двое, ты и я. Давайте вспомним медленно еще раз с самого начала, пройдемся по всем деталям, проверим, а потом будем пробовать собрать все в музыку. Сели, ножки вместе, простучали на цоканье, открыли, бум, на слова легкий приступ тошноты, на бит поставили. Вокруг, перешли, воу, вернули.
что кидают на слова? Наверх, вниз и скользим. Воу, чуть ускоряемся и бум, и там есть такие цок-цок, цок-цок, наверх и на бит сброс. Дальше мы чуть-чуть ждем по музыке, маленькую фразу пропускаем. Идем наверх, ха, разворот, и рука уже начинаю садиться, доворачиваюсь, левая, правая, и иду вниз, воу, и наверх, ха, на бит вернулась, доворачиваюсь, ца, и встали сразу, рука показали, и выросли, открыли, собираем и тянем, бум, сели. Сейчас мы все вместе собираем под музыку. Точно так же первый раз я покажу, мы посмотрим, как это все сочетается. И потом попробуем станцевать все вместе. Поехали! Легкий приступ тошноты, дешевый кофе с капли яда, плюс запах от лил взгляда, что кидает на менты. Из угла полусладкий привкус серы на прожженном языке, что свет от леющей Венеры путешествует по горлу налегке. Нам сатана кричит на ген, но мы пошлем его к хуям. В аду лишь двое, ты и я. Я надеюсь, вам все стало понятно. Давайте попробуем станцевать все вместе. Поехали! Легкий приступ тошноты, дешевый кофе с капли яда, плюс запах от лил взгляда, что кидает не менты. Из угла полусладкий привкус серы на прожженном языке, что свет от леющей Венеры путешествует по горлу налегке. Нам сатана кричит на ген, но мы пошлем его к хуям. В аду лишь двое, ты и я. Спасибо вам за сегодняшний урок. Мы разобрали первую часть моей хореографии. Я надеюсь, она была вам полезна. Не бойтесь возвращаться к материалу. Вы можете делать это тогда, когда вам будет удобно. И пробуйте записывать себя на видео специально для того, чтобы вы могли разобрать какие-то свои ошибки, недочеты, просто взглянуть на себя со стороны, возможно, где-то удивиться, порадоваться. И если хотите, вы можете выкладывать их в соцсети, отмечать меня. Мне будет очень приятно. Надеюсь, мне удалось познакомить вас с этим прекрасным танцевальным стилем и, возможно, даже влюбить в него. А если у вас остались какие-то вопросы, можете смело писать в комментарии. Всем спасибо, до новых встреч!